Здравствуйте, с вами группа технической поддержки Valtec. В прошлом году и в этом году в ассортименте термостатических клапанов Valtec появился ряд новинок. О них сегодня и поговорим. Начнем с термостатических клапанов VT031NR и VT032NR. Клапаны предназначены для ручного при помощи колпачка и автоматического регулирования температуры при помощи термостатических головок и термостатов и сервоприводов. Стандарт присоединения 30 на 1,5 подойдут любые термостатические головки из ассортимента Valtec. Сгон укомплектован уплотнительным кольцом из EPDM, что позволяет отказаться от герметизирующих материалов при подключении клапана к радиатору. Их ближайшие родственники VT031NER и VT032NER. Отличаются от клапанов NR стандартом подключения Евроконус, благодаря которому при использовании коллекторных фитингов Valtec к ней можно подключить любой тип труб без использования дополнительных резьбовых переходников. О коллекторных фитингах Valtec вы можете узнать из предыдущего видео. Также в исполнении NER появились комплекты терморегулирующие для радиаторов с угловыми клапанами VT045NER и с прямыми клапанами VT046NER. На очереди термостатические клапаны с осевым управлением. Часто при неквалифицированной установке прямых и угловых клапанов термостатическую головку располагают над клапаном. Тепловой поток, идущий от клапана, влияет на термостатическую головку, что приводит к некорректному регулированию температуры. В правильном положении термоголовка располагается в сторону от клапана. Таким образом, тепловой поток, идущий вверх, не влияет на ее работу. Особенность термостатических клапанов с осевым управлением в том, что термостатическую головку на них установить в неправильном положении в принципе невозможно. Кроме того, термостатическая головка находится в плоскости радиатора и в то же время на достаточном удалении от него, что довольно удобно. Итак, клапан с осевым управлением VT179N. И, наконец, VT180NER. Осевой клапан с уплотнением на сгоне, функцией предварительной настройки и форматом подключения Евроконус. Ссылки на все перечисленные изделия вы найдете под видео. На этом все. До новых встреч!